Как часто должны питаться дети? Что необходимо ребенку в рационе? И как должно быть организовано горячее питание в школах? Ответы на эти вопросы орловчане могут получить, позвонив на горячую линию Роспотребнадзора. Она будет работать в течение 3 недель с 14 сентября по 5 октября. Основная тематика – питание в образовательных организациях. Специалисты ведомства разъяснят, как быть, если питание в школе не соответствует нормам, как организовать в школе питание ребенка, которому необходима особая диета, что нужно знать о нормативных документах и действующих санитарных правилах. Телефоны горячей линии вы видите сейчас на экране. Режим работы линии – понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45. Перерыв с 13:00 до 13:45.